Доступно на всю Россию, data.com и на App Store только вроде, да, есть? Да, пока на вот можешь показать, сколько сейчас людей. Вот, смотрите, сколько людей, короче, балдеют сейчас. И ищут друг друга. И ищут друг друга просто. Ребят, вы следите, не выходите с эфира. Сейчас я по-любому найду сегодня сказочную самку. Присоединяйтесь, прямо сейчас приходите и будете встречаться со всеми. Кто в Москве, с ума сходит, делать нечего. Все в центр едут и просто меня ищут, кто хочет меня увидеть. Нажимай точку, знаешь? Так. Я, короче, дальше пошел искать. Да. Начать квест. Ну, Танюха вам понравилась, я так понял, Сэм. Тебе это понравилось, признаюсь честно. Да, Танюха хорош. Не, я никого не осуждаю, на вкус и цвет, сам понимаешь. Да. Но я по спортивным все-таки дам. Фира. Следующая у нас девушка Фира. Фира. Ну, вот это имя. Фира. Фира. Так, это писали, где она вообще находится. Так, Фира находится где-то в Азербайджане, так. Это же игра на сообразительность. О, она в другой стороне. Она в другой стороне, короче. 12 дней до нее идти. Да никто не смеется над Танюшей, вы успокойтесь, а. Просто девчонка не моего вкуса, я что должен, врач, что ли? Так, еще делать-то? Ориентируйся, давай, ну-ка тебе надо подправить свои картографические способности. Так. Я тебе помогу. На самом деле, держи. Смотри, вот эта стрелка, она показывает, куда идти. Я понял, держи, я сейчас так, ну, собьюсь. На. Что, перейдем дорогу здесь? Да. Все, ребят, я дальше. Вот эта стрелка совсем вот я. Я понял. Она нас показывает, куда идти, на самом деле. Для таких, как я понял. Да-да. Так, сейчас дальше ищем Фиру. Фира, я думаю, вообще сказочная девчонка будет. Танюха хорошая. Вот как человек 100% хороший. Но не мой вкус. Что сделать? Так. У самого жопа, как у барана. Я никогда не видел барана с такой жопой, как у меня. Чего вы несете тут? Кстати, здесь можно сразу переписываться. Тут даже предложение переписываться можно. То есть я могу и сразу предложить что-нибудь интересное. В режиме чата, типа там, привет, ты где там? Вот смотри, видишь? Да, я понял. Ну лучше мы чисто это в тишине ее найдем. Так, я тоже в центре. Ты обманываешь по-любому. Если ты в центре, все, давай dater.com скачивай и меня ищи. И будем друг друга искать. Уникальный шанс встретить Сергея. Уникальный шанс встретить меня. В центре, прямо сейчас. По Бырику. Так. Ребята. Фира. Так. Магнитогорск, привет. Всем привет. Люблю тебя. Не надо врать. Так. Сейчас я, ребята, ищу новую девушку. Первое свидание было так себе, на самом деле. Сейчас новую ищу. Нет, свидание первое было неплохое, как бы. Первый блин, как бы, конечно, всегда ком, но неплохо было. Видишь, фишка в том, что ты вот так за час можешь 10 девчонок встретить. Вы представляете, закачиваете приложение просто где-то вечером часов в 7. Выскакиваете из дома, все на стиле, прям на максималках. Денег полные карманы, ищете девчонок, просто толпу находите и едете домой с ними. Ладно. У меня ванна огромная, вы же вчера видели, там можно просто разместить сколько человек. Так. Так, мы уже рядом. 222 метра осталось. 222 метра. Так. Тут где-то зритель. 166. А? 168. Звезда. Да хорош, да? Заканчивай. Да? Были времена, и по 1000 было. Сейчас это все уже. Поймать волну, да, надо, наверное? Ну, надо просто статистику, нормальный контент видеть и все остальное. Так. О, совсем близко. Все, Фира недалеко, ребят. Сколько? 182 метра. Сейчас. Вот представьте, вот кому делать нефиг, а? Вот девчонки, думаю, закачаю приложение, пойду просто погуляю по Москве кого-нибудь поищу. Целое лето впереди. Скоро будет очень много людей через дейт приходить на границу. Да. Ты никому не нужен, я понял тебя. Так, ты лучше, когда, говорю, просто не вообще ничего не сете вообще. Такую чушь пишет, пиздец. Прям вот как с албабы дал. Так. О, я иду сзади, обернись, Сереж, не надо обманывать. Так, Фира. Хочешь, все. Можешь тебя снять, как ты встречаешься? А что ты? Нет, цветов нет. Я вот так со стороны. Цветов нет. А что она? Сорвалась. Ах, она, сука. Она тебя увидела и пугалась. Она увидела и подумала, что не, я не смогу его победить. Нет, погоди. Ой, какая это Катя у нас теперь? Катюху, теперь Катюху ищем. Капец, она какая-то Катя 700 метров, кстати. 600 метров? 700 метров. А почему Фира сорвалась? Это что, на такси до нее ехать? Я надеюсь, она на такси. Фиру, ребят, она же здесь прям была. Ребят, представьте, я сейчас искал девушку через приложение dater.com. Вот только вот прям буквально наши узы соединились, и она решила просто уйти в сторону.
Ну, это неуважение, в первую очередь, но я в любом случае его найду. Я думаю, в следующий раз она нам опять попадется. Да-да-да, надо будет имя изменить, чтобы она как бы... Вот. Так. Сколько осталось тебе? Катя уже сориентировалась. Катя сюда идет на нашу сторону. Короче, Катюху ищем теперь. Да. Кто-то шутит, ну, шутники у меня, я тебя вижу, пишут. Шутники. Ага. Фира, что ли? Не, какая-то Минара. Фира, Минара. Шутники. Че дальше? В приложениях только страшненькие сидят. Ребят, мы раскачиваем это приложение, я ребятам помогаю, поэтому. Да, Сергей, большое тебе спасибо. Я не считаю себя страшным, поэтому все нормально. Значит, не только страшные сидят. Сейчас найду самку, ёпт. Во. Не, ну как обидно, Фира сорвалась. Почему так произошло? Первый раз такой, кстати. Так. Молодец, хоть кто-то ответил. Никого не ищи, она сама тебя найдет. Так мы друг друга ищем сейчас по Москве. В центре. Ну-ка, сейчас я гляну. У нас по карте путь проложен. И я иду навстречу своей судьбе. Приложение «Отвечаю, бомба». Тепло у вас? Ну, смотрите, я в кофте гуляю. Наверное, тепло. Смотри. Надо писать только симпатичные. С красивой фигурой. Слушай, это жизнь. В жизни разные девушки встречаются. Не, ну мы же тут, по сути, что, просто чисто селфи сделали. Да. Не, вот, знаешь, самое интересное? В этом фишка, понимаешь? Вот мы Танюху встретили. Да. Вот я у нее буду самый красивый из всех селфи. Понимаешь, понятно? Вот других она кого будет встречать, не то будет уже. И она будет каждый раз меня вспоминать с трепетом в душе. Да. Она мне напишет, я думаю. Скромность твоя черта, да? Да, отлично. Так, ребят. Но фишка, видишь, в том, что нет никаких обязательств. Ты встретился, оценили друг друга. И дальше. Уйдешь, и все. Создатель приложения. Всем привет. Да. Так, симпатичные. Нет слова кофта, есть слово джемпер. Давай до свидания, я тебе так скажу просто, и все. До свидания. Это у тебя слишком высокая самооценка. Не, у меня самооценка бомба вообще. Оценка такая надо вообще. У меня оценка самая, что ни на есть. Это у вас просто низкая. Да. Вы просто не можете оценивать как надо. Эфир, конечно, сохраню. Кто это с тобой? Это создатель приложения dater.com. Да. Ребята раскачивают приложение, и скоро оно будет работать просто невероятно. Сначала по России, а потом на весь мир. Да, сначала по России, потом на весь мир. То есть, ребят, вы понимаете, да? По сути, это технологичный спид-дейтинг. То есть это как быстрое-быстрое свидание, но с помощью приложения. Вот можно так, по центру, ребят, города гулять и встречаться. Просто, представляете, идете с подругой, или там, не знаю, друг с другом идет по центру города, включает dater.com, и все, маршрут прокладывается, и вы друг другу навстречу идете. Не Delta.com, dater.com. 199 метров. Кто там по имени, как? Катя. Катюха. Все еще Катя. Так, Катюху идем искать. Какое тебе отчество? Отчество у меня Викторович, ребят. Викторович. И отчество красивое. Ищу свою судьбу в центре Москвы через приложение dater.com. У нас два телефона. Здесь у меня прямой эфир, который я потом сохраню. А рядом у товарища телефон именно с приложением включен. Вот Катя совсем близко. Катюха близко. Блин, ну я надеюсь, Татьяна не переименовалась с Катюхой. Знаешь, кстати, вот возьми и с нас... Сам с ней встретись. Как это, типа? Ну вот... Так, всем еще раз привет. Короче, сейчас Катюху все найду уже, проход по ходу. Все, я понял, Катюха — это жесть. Вон девчонка с телефона идет. А, вот. Подожди сердечки и помахай. Нашел свою судьбу, ребят, вновь. Так, держи. Привет. Так, ребят, ну все, я нашел Екатерину. Вот Екатерина. Привет. Ну, поцелуйчик воздушный можешь хотя бы организовать? Вот нормально, хотя бы так. Так, сейчас мы селфи Марина делаем. Татьяна это... Это Екатерина. Татьяна другая, такая пухленькая. А, она украшла. Дай наклейку, кстати. Так, наклейку. Погнали. Ёпта, прикольно. Все, мы сфоткались. Давайте разбежались, короче. Все, у нас тут тусовка лютая, тебе тоже надо, да? Не, только на один. Только на один, да? Да. Ну все, в общем... Кстати, это учту. Если непонятно, я видел, что два селфи делают. Ребят, тут тусовка просто жесть. Кать, ну все нормально у тебя в целом? Нормально. Точно? Точно. Никто не обижает? Но если будут обижать, знаешь, что надо делать? Так. Не обижаться. Все. Отлично, Саня. Удачки тебе. Это что, был поцелуй? Так. Ну что, Сергей,
готов двигаться дальше. Ловка здесь просто умрешь. Вон, тормози. Вон, Танюха. Да не, просто типа Танюха, молодец. Сейчас. Ребят, я опять встретил Татьяну. Татьяна, привет, передай. Привет. Привет, с уважением. Татьяна встретила опять. Ну все, это судьба. Второй раз за день Татьюху встретил, не просто так. Кто там у нас следующий на очереди? Давай. Готов? Так. Сейчас это, Фира, как ее? Сейчас новую, короче, девушку себе ищу. Новую. Ребят, не выключайте с трансляции. Да, пойдем. С трансляции не выключайте, потому что следующая девушка должна быть прям максимально красивая. На максималках просто. Вы обалдеете просто. Ребят, если вы хотите, я могу Татьяну просто хит-трик вам показать. Тань, ну, подписчики тебя просто просят. Говорит, Танюху, покажи еще раз. Покажи еще раз Танюху, говорит. Ну, привет, передай. Скажи, всем привет. Привет, слушай. Ну, танцуешь воздушно, можешь так? Не умеешь так? А, тебе нельзя, да? Все. Так, ребят, Танюху увидели, еще раз вы. Что такое? Татьяна тебя пнула. Не, я вон об ерунду задел. Так. Баба огонь, да. Как сядет на мужика, и все, и пиздец, не встанет мужик никогда. Прямой эфир, потом смотреть будут. Сейчас страшно. Все матерятся. Так, ну что, мы ищем дальше? Ребят, центр Москвы, народу, смотрите, сколько гуляет, просто умрешь. Сейчас ищем. Все меня ищут, но не могут найти, а я здесь стою, ёб, не прячусь. Да я не знаю, кто там идет, не идет. Вот Сергей тебя ищет, короче, пока никак не найдет. Блин, вот. Ну, сейчас опять Татьяна, по-любому. Если она второй раз не появится. Короче, если встретился с девушкой, то в течение 8 часов ты с ней еще раз не встретишься. Блин, ну Танюха вон такая, он сорян, улыбается стоит. Видишь, не хочет. Танюха улыбается. Так. Смотрите, сейчас тебе что будет. Монет сейчас начисляться будет. Можно сразу двоих, ну, девчонок, чтобы прям максимально симпатичных, чтобы, ну, как бы. Ищем. Только симпатичные. Они, кстати, все на этих, как его, на квестах просто. Все девчонки сейчас заняты, понимаешь? А-а-а. Тут еще много они девчонок. Они изменяют, да, получается? Ну, не только с тобой вот. Я понял. Я вот вижу, тут Никита, Оксана, кого только нет. Зодиака, я Лев. Так что, нам надо просто еще погулять. Ребят, да, мы сейчас пойдем гулять и дальше будем искать мою судьбу. Мою, твою. О. Так. Галя тебе попалась. Галюха, 357 метров. Вперед. Идем Галю искать. Галя. Просто Галина. Не, ну вот Танюха, Галя, что ли? Галя наша. Слышь? Да. Галя наша? Галя наша. Ваша, да? Из команды. Все-таки мы опять сюда идем. Да, блин, давай быстрее пройдем. Так, ребят, сейчас идем навстречу Галине. Галя из нашей команды. Ну как из нашей? В общем, из команды людей, которые относятся именно к этому приложению. Таню, берите с собой. Нет, Танюха занята. Танюха сейчас поехала в спортзал. У нее кардио. Мы себе взять Таню. Под крыло как? Не, я бесплатно не тренирую. Пусть бабки платят, я буду тренировать. Так зачем мне надо? Знаешь, сколько таких халявщик? Нет. Ищи. Кать, только не изменяй мне, пожалуйста. Мы, короче, когда 2 недели назад забег такой делали, у нас был 12 человек. Прикольно было, что приложение все... называется dater.com. По-английски умеете писать? D-A-T-E-R. И все, Дейтер, у вас найдется. Веб-стор, вводите. Или можно на сайт зайти, dater.com. Dater.com на сайте. Введите вход, и там есть кнопка скачать приложение. Ребят, вперед. Приложение просто, я сейчас умру. Я таких приложений не встречал, отмечаю. Так. Тан-таран-тан. Кто там, Галина, где Галина? Но, сколько? 113 метров. 113 метров, да, Галина. До Галюсика. Так.
Идем. А, это тоже типа кто-то из как вот я, так же? А, нет, нет, это прям девочка. Именно команда, с вашей темой, да? Я понял. С нами работает, короче. На. Это типа сам, на... сам ее ищет. Вот. 61 метр. Да, да. Ну да, как маленький побегает. Так, вон Галина идет вроде. Не она, не она. Давай. Так, Галина. Встреча. Ребят, встретил Галину. Вот. Галина, подмигни немножко. О, красава. Так, ну что, мы да, селфача делаем? Селфи делаем? Селфача лютого просто. Давай. Так, давай я красиво селфи стану. Делать, да. Красиво. Я должна красиво, а ты? Не, я более красивый, так что давай. Все. Отлично. Все. А подожди, ты должен одобрить, да? Да, конечно, тебя подтверждаю там куда вот. Я сбилась. Ребята, ну у нас просто, я не знаю, день свиданий. Я столько девушек сзади никогда в жизни не видел. Что сейчас произошло? Прийти должно. Что-то да? Заново. Давай, давай на мой. Давай. Все. В общем, Галину встретил, и мы идем дальше в поиске. А, не надо, зачем да? Вот ты? Я, это надо убрать, короче. Когда... Теперь ты, я должна... Фото загружено. Нет, оно сейчас фото загружено. Так, о. Все. Это мы исправим, будучи версии, сделаем, чтобы все понятнее было. Галину встретил, Таню встретил, Катю встретил. Ну как? Сейчас в поиски Петра пойдем. Ну пошли дальше. Так, включай, короче, дальше. О, Серега, ты уже заработал кучу монет. Тут, кстати, за каждую встречу, знаешь, что даются монеты. Смотри, у тебя есть уже 52. Ну, гостиницу Украину-то можешь потратить будет их, нет? Ну, в будущем, да. Если будешь очень много ходить. Я понял. Так, ребят, у нас тусовка продолжается вот. Очень серьезная. О, Евангелина. Евангелина, Машкаре. Совсем рядом, кстати. Совсем рядом, Евангелина. Так, надо только... Она с другой она стороны. На крыше, о, уже, она нет? Пишет тебе привет уже. Хочешь переписываться. Привет, ну я как бы, я слишком скромный парень для этих историй, конечно. Все игроки стоят здесь, подходи. Подходи, игроки, и ничего себе. Стой. Это вон они стоят. И что, нам сейчас сюда пойдем, что ли? Нет, скажем, давай иди сюда. Типа нет. Напиши, я слишком гордый для этих встреч. А, я не все игроки. Нормальный ответ? Я не все игроки, я единственный неповторимый. Так. Вон, типа. Так, а где она-то? Господи. Ребята, ну я не знаю, я столько в жизни делал. Нормально, девушки. Я и... Я уникум напиши. Я уникален, напиши. Я... Нет, что-то... Я уникум. Я уникален. Ребята. Грустно общаюсь с людьми. Ребят, я с вами общаюсь всегда. А, давай, не, да? Общаюсь со всеми. Я добрый парень. Вот сюда давай, наклеим. Вот, видишь? Вот, кстати, покажи им. Ребят, как вот приложение, смотрите, это пишется. Рыком. А то вы не понимаете пока, что происходит в этом мире. Теперь понятнее, вот много раз вот, вам. Вот, давайте поближе, вдруг кто не увидит. На всяк случай. Dater.com, вот так. Подходи, она опять пишет. Не, я не готов. Открыть вот сюда, давай. Катя пишет опять подходи, то есть, ну, она понимает. Какая да? Она не, доминирует не, тебя. Мне это неинтересно. Я все равно ее сломаю. Как? Да, сюда? Да, давай сюда. Так, ребята. Танюха все уже, Танюха ушла. Ребята, так. Вот, Сергей, мегаблогер, 250 тысяч подписчиков. Потом найдешь меня, будешь мне лайки ставить. А как найти? Серго, Серго по-английски. Серго. Нижнее подчеркивание. Держи, да. Кучерине. Нет. Кучерине. По-английски. Такая? Подожди, стой. Да. Скажи что-нибудь. Она хорошо печет. Кстати, заказ. За кто? А, не, я же этот. Я на диете сейчас. Эй, вы что, вам платить? Заканчивайте. У нас тут просто мега тусовка. Так они просто пишут подходи и все, подходи. Так, ребят, ну все, приложение скачали все и максимально выскакиваем на улицу толпой просто. Из окон выпрыгиваем и идем искать меня. Че ты как у тебя дела? Я все, работаю. Молодец, давай, так, давай. Покажи нам людей. Вы что, людей никогда не видели? Так, вот люди. Люди. Вот все люди. Это все люди, ребят. Вот я вам 100% говорю, это люди. Не буду врать. Так. Потом? Да, Галя была. Галя была. Вот.
подходила. Поэтому так. Ребят. Да, да, да. Пойдем, Серег. Так, пойдем. Найдем все-таки Евангелину, а? Евангелину найдем. Катю не буду искать. Катю. Вы представьте, я сейчас... Катя мне пишет, просто подходи, типа, я тут сижу на лавке, кофе пью, типа, ну, подлетаю, я сфоткаю с тобой. Не, я целенаправленно даже мимо пройду просто, мне интересно. Подходи. Так мы же бегаем. Так, ребята, ну, я иду дальше, конечно, в поиске. Это Евангелина, она уникум какой-то, она просто стоит на месте. Может, она кушает? Не, но ей тяжело. Я думаю, там, может, побольше будет, чем Татьяна. Я не знаю. Всяко может быть. Это жестоко. Так, сколько время у нас без 15? 15. Без 15. Так, ребята. Идем дальше на поиски приключений. А он, так, Катя, Катя идет. Катя идет. Кать, ну, чтобы я тебя ни с кем не видел, я тебе говорю, ни с кем. Иначе обоим не поздоровится, да? Так, Сергей, бля, как приложение называется? Приложение называется dater.com. Вот, смотри. Вот, давайте я вам покажу. Просто скачивайте, я вам сотню даю, это бомба. Вот, все увидели, давайте по одной букве, на всякий. D-A-T-E-R. Точка. Вот, точка, крупно. Ком. Ребят, скачали молча просто с App Store. И пользуйтесь. Вон Танюха опять. Может, она переименовалась. Нет, Танюха, похоже, что-то хочет, ну, понимаешь? То есть она не просто так гуляет. Таня! Танюху встретил опять. Так, слушай, а у нас... Так. Евангелина. Евангелину мы ищем сейчас, ребят. Иди. Нет. А вот. Вот, иди. Ничего себе. Ребят, Евангелину нашел. Все в прямой эфир. Резко на лицо. Подмигни. Подмигни. Привет, а вы что здесь все скучковались? Что? А? Воздушный поцелуй. Мы нашли друг друга. Теперь, чтобы было быстрее. Так, мне нужно фото делать. Так, мы сейчас фоткаемся, да? Да. Мне лицо красивое делать или не очень? Серега у нас блогер, он в прямом эфире отвечает. Так, давай. Привет. Все. Да, все. Это просто бомба фотка. А вы все, да, в приложении в этом? Теперь да, нужно нам с тобой тоже найти. А вам надо в квесте попасть. Отверти фото, пожалуйста. Через прямой эфир удобно? Ну, так себе. Ну, вот он. Просто подтверждаешь? Нужно два телефона. Ладно. Ну да, вот я хожу, вот помогаю, собственно, со вторым телефоном. Нужно теперь найтись, запускать. Да. Я сегодня 93 тысячи заработал. Все, мы ищем. Чистыми просто. Так, надо тебя найти сейчас, да? Да. Ребята, у нас сейчас тут тусовка, найдем. Просто я сейчас умру. Я столько дам никогда не видел в одном месте. Так, и мне нужно просто сделать фотографию, потому что я не прямым эфиром, я история. А, вот, вы совпали, да. Да, я Серега. А можешь показать, кстати, как это выглядит? Так, стоп. Ребят, у нас фотография. Вот. Ну, ты что-то отмена, да. Я какая-то не очень, не знаю, да? Самое главное, я красивый, так. Нужно сделать с тобой сам. Так мы не сделали. Да, потому что для истории. А, для Инстаграма. Это а девочки тоже из Инстаграма. Ага. Твои коллеги. Мы все с Инстаграмами. Все с Инстаграмами. Да, еще можно отметить, потом если найти. Вот. Отличная фотка. Подтверждаем, ладно. Подтверждаем? Да. Так, ну что, фоткаемся? Да, надо сфоткаться. Что за... Что у нас тут? Снапчаты начались? Нет. Фотографируемся просто. Пойдет. Ребят, я когда не позирую, еще лучше уже. Так, все. Мы нафоткались, просто жесть. Еще. Сейчас так. Что-то там началось. И не нравится мне. Нормально. Все, ребят. Я человек Серго Кучерини. Серго. Ребят, просто нашел судьбу, похоже, свою. Как же дальше? Да, давай. Со мной все отлично смотрятся. Нижнее подчеркивание. Все ищете друг друга в Инстаграме? Да, теперь в Инстаграм запишите. Нет. Кто записывает? Вот, наверху я.
Все, ребята, короче, мы пошли дальше в поиске. Давай. Смотри, кстати. Как ты видели, да, там эти. Ребята, это просто какая-то невероятная движуха, я в шоке. Экспериментируем, что это тоже какой-то контент создания. Так, в чем, Сергей, готов дальше двигаться? Да, да, пойдем, надо уже идти. Что, я эфир сохраняю, потому что, ну... Ты уже заканчиваешь? Я не заканчиваю, потому что народ уваливает, я не, ну, с ними не общаюсь, не то. А, все, давай, все, поехали. Я включаю квест. Пойдем.